Thank you.
Здравствуйте.
Петерланд должен быть дорогой. И, да, вот по краю, вот по этой, по крайней мере. Не, он все с себя. Сюда.
Thank you.
Дальше работа – это Министерство образования.
Ребенок поднялся, а оба спортивные спортивные.
смотреть на монстры.
Вон там продают. Девочки идут.
Thank you.
У вас здесь люльки с этой подолочкой, я не понимаю.
Я предлагаю всем гостям срочно показать Максиму, как работает колокольчик. Еще, да?
Так это знаешь,
здесь еще фотографии были. Здесь у меня фотографии не было, а уже такая вот там я был. Thank you.
спасибо. Здравствуйте. Так, сумочки пока. Проходите. Здесь мы не курим, даже в пятом. Я понял. Аккумулятор, да. Проходите. Спасибо.
Да, да, я тут уже по этому по цыпочке погулял. Стадион Кирова увидел. Ну, бывший. Как он там? О, как? Уже все, что ли? О, я за 3-9 земель сейчас. Вот. Слушайте, а я вот у метро. Слушайте, вас не затруднит посмотреть, какие работы мне могут еще предстоять. Ну, может быть, там. Да, это там все глючит, это не страшно. Пусть глючит. Да, там стоп горит. Не знаю, что там мне надо. А, я хотел спросить, вот у меня руль, я. Погасили, спасибо. Нету катализатора. Нет. Ай. Ну да, так и было, да. Да мне сказали, что так и будет. Что там что не сделать, там не помню, мастер мне объяснял. Ага. Ну там кнопка ломаная, значит, да, которая, ну, вот, ну, багажник туда. Ага. Ну, да, да. Вот этот вот мой знакомый хороший, вот он. Ага. Хорошо. А вот я. Да, вот недавно меняли. До свидания. До свидания. Приходите еще. А вот я руль поворачиваю то ли влево, то ли направо, на малом ходу, как говорится. И вот такие тук-тук-тук. Вот. Это точно. Это вот я сегодня крутил, выезжал. Ну, когда я выезжаю у себя там с дачи, и руль медленно выворачиваю, каждое утро я звук слышу просто. Может быть, подскажете, что там менять. Ну, я минут, черт его знает, через сколько, минут через 40 приду. Я сейчас. Хорошо. Ну ладно, все тогда, я уже выдвигаюсь. Скоро, ну, относительно скоро буду. Ой, хотел спросить, а вот я сейчас у метро, это спортивное. А может быть мне на метро сесть? Куда-нибудь доеду я до вас. Ага. А там я найду дорогу. А я не знаю, вот. Вот мячик стоит здесь, а потом это море вижу, Балтийское. Зенит, наверное. Ой, Зенит, господи. Все, Зенит, я прочитал, да. Метро Зенит. Так, а там. Ага. Ну это будет. Ага. Угу. Так. Я позвоню тогда с беговой лучше, а то сейчас я не запомню. Я сейчас не запомню, я лучше из беговой. По Яхтенной идти. Это та вот то место. По Туристской улице пойду. Ага. Так, ну ладно, я там, если что, позвоню я. Вот, потому что там. Хорошо, все, спасибо. Ага. Thank you.
Здравствуйте, один жетон, будьте добры. Спасибо.
Алло, вот я из метро вышел и там по пешеходному переходу перешел какую-то улицу. Вот справа я сразу же вышел. Меркурий, ты. Да, ДНС, Меркурий. Вот. А, ну, то есть он по правой стороне, а я так прямо по этой улице иду. Да. Да. Улица медленная. Хорошо, ладно. Да. Хорошо, да, буду смотреть. А я шел по левой стороне, была. Это вот улица Савушкина написано, что-то здесь, да. Савушкина, 140. Да. А потом. А, понял. Хорошо, все, спасибо. Скоро буду, надеюсь. Все тогда. Хорошо, спасибо, да.
Thank you.
быть ограждение. Да? Там озеро.
Спасибо. Thank you.
Спасибо.